Добрый день! Настало время поговорить и приготовиться заодно к новым реалиям нашей жизни. Что я имею в виду? Как известно, платформа YouTube сначала ограничила монетизацию на территории России. Но это как бы ничего страшного-то в этом и нету. Ну, ограничила и ограничила. С этой монетизацией за год лично у меня получалось там $100. Большие ли это деньги? Наверное, нет. За год $100. Поэтому, если даже ее отключили, ну, можем смело махнуть рукой и сказать, ну и ладно. Печально другое. То, что она хочет совсем есть такая теория или такие новости, то возможно, повторяю, возможно, YouTube прекратит работать на территории России. И надо к этому как-то подготовиться. Или попытается ограничить граждан России в просмотре контента на YouTube. Некоторые уже сейчас подготавливаются к этим условиям и делают следующее. Устанавливают такое приложение, как VPN. То есть VPN позволяет скрыть ваш IP-адрес, насколько я могу судить, я не инженер, не программист, и позволяет вам прописать другую страну, не Россию, к примеру, там Соединенные Штаты. То есть такое приложение, которое прячет ваш IP-шник и временно вам предоставляет такую возможность, чтобы вы могли просматривать контент. Я думаю, эта мера тоже временная, пока к ней не нашли, как с ней бороться, возможно, найдут. Но, тем не менее, сейчас VPN – это один из способов решения проблемы на YouTube. Но если компания, такая как YouTube, все-таки решит покинуть территории Российской Федерации и прекратить свою деятельность, то нам тоже надо бы как бы подготовиться к этим условиям. Это, с одной стороны, вроде бы печально, с другой стороны, заставляет нас постоянно приспосабливаться к новым условиям. То есть заставляет нас включать наш мозг и маленько шевелиться. Ну, то есть не жить по накатанной, а маленько шевелиться. То есть, с одной стороны, это даже как-то стимулирует, что ли, то есть вызов такой. Не могу сказать, что это прям настолько там грустно и печально, наверное, нет. То есть, что я предлагаю сделать в таких условиях? Я предлагаю, чтобы нам с вами не потерять контакты друг друга, для кого это актуально, конечно, да, предлагаю подписаться на такие сервисы, как ВКонтакте, например, то есть если по каким-то причинам, вдруг, предположим, YouTube прекратит свое существование, то ВКонтакте останется. Я продолжу выкладывать видосы и создавать новый контент. Меня это просто подтолкнет к этому. То есть сейчас все понакатанное. У меня есть видео на YouTube, как создавать силиконовые формы от начала и прямо до конца. То есть, просмотрев их, человек для себя уже что-то сможет понять и самостоятельно изготовить. Когда не хватает этих знаний, то я уже там консультирую ребят развернуто по какому-то либо вопросу. Но когда площадка схлопнется, конечно, не хотелось бы это, но есть такая вероятность, то мне придется все видео, которые на тему были, тоже они нам помашут рукой и скажут пока. Мне придется новые видео создавать и записывать уже вот в этой обстановке, с более хорошим звуком, другие модельки будем рассматривать, ну и, соответственно, выкладывать уже на других площадках. Что это будут за площадки? Надеюсь, что одна из площадок это будет как раз ВКонтакте. Почему надеюсь? Поскольку я пробовал уже сейчас выкладывать какие-то объемные видео на площадке ВКонтакте, и туда невозможно запихать какое-то хорошее большое видео. Поскольку, как правило, видео, которое посвящено какой-то технологии, то есть обучающее, оно скучное, нудное, но полезное.
и, соответственно, длинная. То есть технология, чтобы показать и рассказать о всех нюансах, надо рассказывать в подробностях. Это занимает большой промежуток времени, чтобы ничего не упустить, и человек шаг за шагом повторил твои действия, и у него получился точно такой же результат. Ну, плюс-минус такой же, из-за недостатка опыта. Так вот, ВКонтакте на сегодняшний день не позволяет выкладывать такие длинные видео. Надеюсь, они тоже будут приспосабливаться к этим новым условиям и позволят своим пользователям выкладывать более длинные видосы. Вторая площадка, которую я рассматриваю для себя, это, наверное, Telegram. Посмотрим, насколько длинные видео он позволит создавать и запихивать в Telegram. Ну и третье, это Boosty. То есть на Boosty тоже будем пробовать размещать свой контент. Посмотрим, как он по таймингам позволяет ли выкладывать длинные видео. Сколько Boosty — это все-таки платформа для монетизации, так скажем, своего контента. Часть этого контента будет платная, часть бесплатная. Там уже определимся. Но это все будет при условии, если такая платформа, как YouTube, все-таки схлопнется. Вот мы будем сразу готовиться к новым реалиям, записывать новые видосы, также подробно рассказывать о изготовлении силиконовых форм, о построении выкроек, изделий из кожи, но уже маленько в других условиях. Более приятных, с более качественным освещением, с более интересной, привлекательной картинкой, чтобы можно было больше деталей рассмотреть, разглядеть. Ну и уже, соответственно, на новой платформе. Вот чтобы не потерять наши с вами контакты друг друга, я бы крайне рекомендовал рассмотреть для себя вот три варианта. Первый — либо это Boosty будет, второй — ВКонтакте, кому что удобней на самом деле, либо это будет Telegram. Все ссылочки на эти три платформы оставлю чуть ниже под кнопкой лайк. Вот. По поводу наставничества и консультаций, они также останутся, надеюсь, что пока на такой платформе, как, или мессенджер он называется, WhatsApp. Вот, пока что там. Он для меня, по крайней мере, намного удобнее записывать звуковые, голосовые сообщения, редактировать фотографии. Но есть вероятность такая, что и WhatsApp, например, тоже сможет уйти. Тогда нам останется ВКонтакте и Telegram. Вот. Консультирую я также по сложностям изготовления силиконовых форм. Вот. Разбираем подробно вашу проблему, которая у вас возникает, например, там, с отливкой, с пузырями, с непроливами. Беру ребят на наставничество, полностью проходим все этапы создания силиконовой формы изготовления, то есть от начала, от выбора модели, потом построение плоскости разъема, изготовление замков, нанесение разделительных смазок, изготовление силиконового вкладыша, какой он толщины должен быть, на каком этапе армируем. И вот все подробно, вплоть до готовой отливки. То есть вы должны получить опыт обязательно при создании силиконовой формы. Причем опыт вы получите собственный, поскольку будете работать своими собственными руками, а я лишь только буду контролировать все это со стороны. Ну и в конце у вас получится опыт, соответственно, готовая силиконовая форма и отливка. Это обязательно, потому что у большинства людей возникает трудность именно с отливкой. Вроде бы все понятно, как форму вращают, в какое направление, но появляются такие моменты, что непроливы, брак, пузырьки воздушные. И вот мы работаем вплоть до результата, чтобы у человека появился действительно полный цикл понимания того, как происходит процесс создания его первой силиконовой формы или готовой отливки. Вот от начала до конца. Так что, как-то так, готовимся, в общем, к новым реалиям, новым условиям. Жить теперь по накатанной, наверное, не совсем получится. И это отчасти даже Меня радует, если честно. То есть здесь сказать, унывать, вот, все пропало, вот сейчас все закроется, ничего не будет, наверное, это не наш путь.
Это не наш путь. Мы будем для себя постоянно искать что-то новое, не останавливаться на месте, стараться выходить и совершенствоваться, и сделать каждый раз что-то лучше, чем было вчера. Вот такая вот мысль. Так что одни уходят, на их место придут другие с новыми возможностями. И, наверное, даже это к лучшему. Как говорится, все, что не делается, делается к лучшему. Вот. Это моя главная мысль. Так что еще раз напоминаю, все ссылочки, которые необходимы для связи со мной, я оставлю чуть ниже под кнопкой лайк.